День воинской славы России, День народного единства отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот праздник установлен в честь важного события в истории России – освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году и приурочен ко дню Казанской иконы Божьей Матери. В этот день по всей стране проходят праздничные гуляния, концерты, представления и спортивные мероприятия. Куда сходить и на что посмотреть в праздничный выходной в Самаре, узнаем прямо сейчас. Программа Дня народного единства в Самаре насыщена и разнообразна. Традиционно главным местом всех событий станет площадь Куйбышева. С 8 утра начнут свою работу ярмарка, выставка сельскохозяйственной техники и городок мастеров-ремесленников. В 11:00 самарцев приглашают на концерт творческих коллективов Самарской области. Планируется выступление таких групп, как «Баян Микс», «Большие люди» и «Чиз Пипл». В течение всего дня на площади будут работать концертные, игровые и интерактивные тематические площадки. Все желающие смогут сфотографироваться в национальных головных уборах и костюмах на выставке «Все мы – Россия». Ведущие самарские учебные заведения представят свои достижения в области робототехники, авиамоделирования и даже организуют парад специальностей. АвтоВАЗ покажет на площади новые модели автомобилей. Любителей спорта ждут игры в настольный футбол, хоккей, армрестлинг, мастер-класс по футбольному фристайлу. Самым маленьким гостям будут предложены занимательные игровые программы и развивающие конкурсы. В 12:15 состоится уникальное представление «Танцующая техника», в котором многотонные машины вместе с людьми станцуют в едином ритме. Пятый этнический фестиваль Самарского университета приглашает всех на яркий многонациональный праздник. В программе выставка-ярмарка самарских мастеров, фото-выставка «Самара многонациональная», мастер-классы по городецкой и мезенской росписи, плетение из кожи и лозы, изготовление обережных кукол и игре на народных инструментах. Выступление творческих студенческих коллективов, выставка народных костюмов, песни, танцы, хороводы, кадрили, а также этническая кухня. 4 ноября с 2 до 7 вечера. Место проведения – крытый манеж Самарского университета. Улица Врубеля, 29Г. Вход свободный. У каждого народа есть будущее, настоящее и прошлое. История – это живая связь времен. Много совершено добрых и славных дел нашими предками. В памяти уже нескольких поколений живет подвиг, совершенный Мининым и Пожарским. Дню народного единства посвящается. Культурно-выставочный центр «Радуга» приглашает на экскурсию по выставке «Конец смутного времени» из цикла «Россия. Подвиг народа». 4 ноября в 14:30, улица Мичурина, 23. Вход свободный. Праздничный концерт запланирован в Доме культуры «Пламя» в поселке Прибрежный. С праздником всех зрителей поздравят первые лица поселка. Творческие коллективы представят хореографические и вокальные номера с национальным колоритом. Это будет настоящий калейдоскоп национальных культур России со всем многообразием языков, костюмов, музыки, танцев и песен. Начало концерта в 12:00. Вход свободный. Дом культуры «Сатурн» в поселке Береза приглашает жителей на концерт с любовью и верой в Россию. Откроется торжественный концерт рассказом об истории праздника. Далее программу продолжит выступление чтецов, исполнителей песен и танцевальные коллективы. Таким будет праздник «День народного единства» в Самаре. Хорошего вам настроения!